вкусно. Угу. Очень вкусно. Самогон классный. Но самогоноварение — это не работа, ребята, это хобби. Мы же этому болтусу работу должны найти. Думаем, думаем, семья, думаем. О, смотри. Правительство РФ решило увеличить зарплату бюджетникам и пенсию пенсионерам аж на 3,6%. Вот куда мне сейчас девать эти 18 рублей? Поздравляю, господа бюджетники. Мальдивы стали ближе на 200 метров к вам, да. А, сынок, смотри, как там все налаживается у бюджетников. Может, тебе в бюджетник... Может, как мама, а? Не-не, я рожать не буду. Да не, причем рожать? Доктором, как мама, а? Деда будешь лечить, а то мать не справляется. Она стоматолог, ему психиатр нужен, понимаешь? Да хочу его лечить, ему через 2 года не врач нужен будет, а плотник. Че такое? Мне через 2 года нужен будет тамада. В каком смысле? Женюсь я. Юлька, иди сюда. Вот цаца моя новая. Здрасте. Дорогой, вот твой зайчик. Я ж просил утку. Утки не было, был только зайчик, ну, котик. Дура, за это и люблю. Подожди. Как женишься? А почему через 2 года? Так ей только через 2 года 18 будет. Сейчас под статьей хожу. Ну ладно, Юлия, нашего-то деда я понимаю. Вам-то какой резон? Вы не поверите, но деньги... Деньги — это хорошо. А при чем здесь наш дед? Ну как при чем? Он же у вас олигарх. Да, я справку видела. Ошиблись, не олигарх, а олигофрен. Ну так это разве не одно и то же? Я ж говорю, дура. Ну, о, девка. А сами-то вы, Юля, кем работаете? Я домохозяйка вас. Мне ваш дед квартиру купил. Да. Дед, это что такое? Мы тебе кредит брали, коленный сустав оперировать. А он что-то расходился. Добрый вечер, участковый Трямкин. Здрасте. А что случилось? Ну-ка, брысь отсюда. Папа! Я уже 28 лет, как твой папа. Ну-ка, брысь отсюда. Как 28? Обманула? Связался со старухой. Сына, а может вот, как дядя полицейский, мам, представляешь, каждый месяц деда сможешь на 15 суток садить, а тот заколебал, малолеток водит и водит. Ну что, надоело? Не знаю. Да что значит не знаю? Сам-то кем хочешь быть? Я хочу всю жизнь языком молоть и ничего не делать. Ну и где такая работа? Где? Шоу «Уральские пельмени»!